Как быть с Романов? Она отступница, продавшая свой народ. Накачай ты ее препаратом. Преврати в одну из свинок. Ты хоть представляешь, какая это мощь? Мститель, управляемый мной. Может, побеседуете сначала? Когда смотришь в глаза ребенка, которого вырастил, никакая маска тебя не обманет. Ну так что мы с тобой будем делать? Мой план вас прикончит. Стреляй. Давай. Она что? Приятность. Запах моих феромонов не дает тебе причинить мне какой-либо вред. Что дальше? Зачислить меня в свои убогие кукольные цвета? Боги, да. Признайтесь, когда вы в последний раз говорили с кем-то ненасаженным на крючок? Ты зря сбежала. Сбежала не на ту войну. Настоящая вела здесь, в тени, и негласно. Нет, это не теневая война. Это беспросветный мир. Реальная сила не позволит себя обнаружить. Если никто не в курсе, зачем она вообще? Вы фантом, просто никто. И все. Надо же, да вы слабак. Ты бы прикусила язык, если бы представляла размах того, что я выстроил. Лидеры мировых держав, правительства, все подвластны мне и моим вдовам. Посмотри туда. Эти девочки были никем. Мусор выброшен на улице. Я его перерабатываю. Наделяю смыслом. Дарую жизнь. Вдовы, те гирьки на весах власти. Дам команду, и мировые рынки разом рухнут. Дам команду, и разразится гражданская война в Колумбии. Мои вдовы могут развязывать войны. Умеют свергать королей. Управляйте миром отсюда. И теперь с Мстителем подконтрольным мне, я наконец-то готов выйти из подполья. Да вы не обижаетесь, просто маловато силёнок править миром. Придется заканчивать все самой. Ну и каким же образом? Повредив нерв. Тягу к разговорам отшибла. Ты украл мое детство. А мама под себя решал мою судьбу. Но в будущем моя участь никому не грозит.